появилось свободное время перед обедом. Еще разок я вам говорю. Медитация, вот так, медитацию, концентрацию, расслабление лучше всего делать на голодный желудок, так говорят. Поэтому появилось время, буквально таки перед обедом это можно сделать минут там 10-20. Как вы видели, я выпил Рафика. Сколько там, 150, наверное, грамм или 200 грамм, 200, наверное, грамм. После этого еще сходил в туалет, то есть я уже два раза сходил в туалет. Печеночка начинает работать, так это желтая, желтенькая такая субстанция вышла такая. Ну, об этом не будем, ладно. Итак, наша... Желание надо подпитывать. Для этого, чем чаще это вы будете делать, я практически, знаете, вот в любое время стараюсь поддерживать вот хорошее настроение, пою песенки, как вы видите, а песенки поются не просто так. И начинаю, так сказать, вот регулярно делать вот эти вот вещи. То есть, если я чего решил, то я уж буду делать, так сказать, это. Значит, садимся. Это не классический там сет, но более-менее такой приемлемый. И вот пока сбрасывается видео, чтобы удобно было, мы расслабляемся, спинка должна быть ровная, при этом спинка должна быть ровная, при этом никакого напряжения не должно быть. Как только есть напряжение, все, у вас ни расслабления будет, ни концентрации не будет, ни далее, значит, работы в этом деле. Итак, сели, проверили себя, закрываем глаза, поднимаем их. Ну, знаете, поднимать не то, что туда вот задрали глаза и напряжение у вас, а так, немножечко подкатили вверх и язык к небу, тоже слегка. Это как-то вас отвлекает. Итак, сели, расслабились, успокоились и закрываем глазки, язык к небу. Начинается расслабление. Живот расслаблен. Лицо расслаблено. Шея расслаблена. Плечи расслаблены. Руки расслаблены. Ноги расслаблены. И воздух начинает через ноздри затекать. Это очень интересное такое явление. Вот вроде бы я успокоился, воздух затекает, вот так он идет, и не вперед расширяет, а вот так вот как-то интересно он расширяет. Сначала немножко живот, потом ребра, и потом вот так. А вот глаза продолжают двигаться, то есть нету достаточного успокоения, расслабления, и глаза как раз и показывают этот, что вы недостаточно расслабились.
очертания тела потерялись довольно-таки уже быстро. Напряжение в шее появилось. Расслабляем этот отдел. Кстати, для того, чтобы в шее не было напряжений, там, в позвоночном столбе, надо сесть очень ровно, чтобы вы на позвоночный столб, как на палочку, нанизали там голову, все остальное тело, плечи и так далее, чтобы они держались вот именно как на палочке. Потому что если какое-то отклонение будет, включаются мышцы в работу, а это уже напряжение, вы сразу это все чувствуете, и это сбивает вас с процесса. Поэтому сидеть надо прямо, но расслабленно. Улыбка на лице, потому что еще мышцы лица у нас напряжены. Наконец наступило внутреннее спокойствие и довольство, удовлетворение настоящим моментом.
какое-то идет сосредоточение на третьем глазе, в области лба, что там начинает ломить. Вот этого желательно не делать, чтобы этого не было. То есть то ли глаза надо ниже опустить, то ли сосредоточиться на кончике носа. При этом язык касается неба. Перед глазами закрытыми начинают смутно возникать какие-то образы, напоминающие людей.
сидеть приятно, какое-то умиротворение и довольство. От затекающей ноги начинают поступать сигналы. От седалища тоже, что оно пересидело. И концентрация нужная разрушается. На этом можно и выходить. Открываем глаза. Прекрасно отдохнули. Теперь то, что затекло, потихонечку разминаем, не вскакиваем. Вот эта вся нога занемела. Сейчас восстановится кровообращение. И можно приступать дальше. Что там компьютер? Видосик сбросил. Теперь сейчас этот сбросит. И, как говорится, все будет окей, прима.